давненько не выпускавшая никаких игр фирма Accolade, вдруг решила продолжить нашумевшую серию Test Drive. Действие аркады разворачивается где-то в пустыне в Средней Азии. На трассе мощные внедорожники самых престижных марок – Hummer, Jeep Wrangler, Land Rover и Chevrolet. Управление проще некуда. Назад, налево, направо и, конечно, вперед. И никаких правил дорожного движения. Стартуешь и гоняешься по кругу с тремя соперниками. Ездить можно где угодно. Вся местность с оврагами, перелесками и заборами в вашем полном распоряжении. Маршрут движения может быть абсолютно произвольным. Главное — появиться во всех контрольных точках, а остальное зависит только от вас. Хотите пробираться партизанскими тропами? Да ради бога. Ваш автомобиль способен выделывать немыслимые пируэты, вопреки всем законам физики. Он может переворачиваться на бок, кувыркаться через голову, то есть делать все то, что положено приличному внедорожнику. Нетрудно представить, что происходит при этом с водителем. Но не волнуйтесь, в течение нескольких секунд компьютер возродит ваш виртуальный образ. Однако время потеряно, а ваши противники далеко впереди. Выбирайте сами, нужна ли вам езда, сломя голову, или вам больше по душе хладнокровная гонка. Цель одна — быть первым.